Остановился, бля. Прямо по этим, по балкам скользит. Хочу лучше вот так вот. Ага. Фу. Опа. Так, 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 так. Напряжно. Ага. Так вот ноги уже расширяю, чтобы в случае чего. По сторонам держаться. Кажется, выехали. Конечно. Ой. Ой. Здесь вообще дороги нету. Точнее, на здесь давно никто не ездил. Вот, бля, фига себе палка прилетела, аж оглушила.
самый мотоцикл. Ну все, сейчас обратной дороги нету. Это точно. Обратного пути после такого нету. Лучше дорожка, да, пошла? О, бревна. Заметил. Более-менее пошла. Но все равно нужно смотреть. Ну, понятно, низина была. Вода. Вся там. Да, конечно, дорога так себе. Может, надо было как-то на поле выехать.
больше 10 км в час ехать, такое себе удовольствие. Ну что там? Когда фига палка, да, залетела. Ну, погнали. Едем тогда, что делать? Блин. Тихонечко объедем. Но туда не съехать. Блин, какая ветка. Осталось-то ехать вроде не так много, но с какой скоростью, блин. Конечно, 10 км в час — это жесть. Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, съезжаем. Давай на серединку. Дорога вся заросшая. Точно контент. Блин, что там такое? А, просто дерево упавшее. Да, конечно, дорогу я выбрал типа напрямую же. Ого, какие заросли. О, мотоцикл не уедет под меня. Там вроде объезд есть. Попробуем объехать. Фу.
когда это все уже закончится, а? Не видать. Вот тебе и обкатка. Здесь все на месте. На месте ничего не оторвало. Так, нет, ничего не слетело. Едем дальше. Блин, темнеет, это плохо. Сколько мне здесь еще ехать? Там, похоже, вон поле уже виднеется. Неужели полянка? Ой, занесло. Занесло, блин. Куда все так падало-то? Только там на песке. Ой. Ну, видишь, как занесло в колею, в колесо заднее. Ой, хорошо, что не на ногу. О. Ну, как раз посмотрим, что нам там ехать-то, сколько остается. Поворота мало проехал. Ё-моё. Конечно. Да. Конечно, да. Ну ладно. Надеюсь, там дорожка получше будет уже. Да ёшкин свет. Да ё-моё. Так, приплыли, упал и все, и заглох, блин. Вот это да. Вот это неприятно.
А что здесь такое? Короче, завелся. Газовал и завелся все-таки с электростартера. Короче, вообще падать не надо больше. А то точно здесь останусь ночевать. Давай-ка аккуратненько. Фу. Конечно. Было так неприятненько заглохнуть посреди леса где-то в глуши. Ноги сырые уже все. В этих лужах побывали, везде в траве сырой. Ну ладно, я уже об этом не думаю. Ладно, уже выехать поскорее. По крайней мере, на хорошую дорогу. Оп-оп-оп-оп. Травка красивая, травушка, муравушка. Там еще, кстати, закат, да, до сих пор. Ну да, время-то у нас без 15:09 еще. Ну как еще, сейчас будет темнеть, а я еще в гуши на первой скорости по 10 километров в час еду. А что, надо аккуратно ехать. Сами понимаете, какое-нибудь бревно или еще что-то занесет. Пока более-менее дорога нормальная не будет. Блин, я уже вот свет даже включил. Уже настолько стемнело, что свет уже видно. Так, ну вроде можно добавить. Вроде как получше дорога. Это мне так кажется. Что-то наехал. О, какие припрыжки. Да, темнеет, это плохо. Вот что-то типа на дорогу, что ли, куда-то выехали. Так, это хорошо будет. Дорога, да? Она что-то даже не обозначена. Если дорога, значит уже хорошо. Фу. По карте вообще не показана эта дорога. Ну все, ребят, дорога. Ой, только обрадовался. Дорога. Ребята, дорога. Фу. Ну все, всех, я вас поздравляю, самого себя. Да. Прокатились по полуболотам каким-то, лесам, лесным болотам. Конечно, интересно, в новинку. Фух, ну вовремя я вышел на дорогу. Начало.
должны выехать. Вот сейчас скоро на поле. Ага, во. Поле, ребята, поле. Свобода. И хоть посветлее будет. Надеюсь, это не болото, а просто поле. Ну, не совсем поле, но мини-поле. Уже что-то. И дорога лучше. Второй поеду. Дорога незнакомая. Ой, ё-моё! По траве, как меня. Чуть не упал, повело. Блин, хорошо, что не на третий ехал. Аккуратно, аккуратно надо ехать. Аккуратно. Помыть, вот помыть это точно надо, а тут так-то надо по-хорошему это все отбить, эту всю глину с карбюратора, с радиатора, всего отбить. А это песочек, уже кажется, что лужа. Все хорошо, прям по полюшку едем. Я вот как-то очень давно сюда на велике ездил, вот, смотрел это поле со спутника, со спутникового снимка. Мне все было интересно, что же здесь такое рыжеватое, что-то рыжеватое. Оказывается, это, видимо, вырубки, вырубки леса. Так выглядит. Так, ну что, на какую-то дорогу выезжаем. Скоро. Да и, в принципе, уже хорошая дорога пошла. Правда, песочная, носит чуть-чуть колесо заднее, да и переднее тоже. Вот так вот. Все позади, так скажем. Все самое тяжелое позади. Особенно вот это меня удивило, когда у меня моцик на бок упал, занесло. Я его завожу, и он не заводится. Я завожу, он не заводится. Думаю, все, капец. Где-то в глуши, в каком-то лесу непонятном. Ни дороги, ничего. Думаю, вот сейчас прикол, пешком буду топать. Все это... А, все это расстояние, блин. Все зеркала загнулись. Так, не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Какая-то еще дорога. Здесь вроде так суховато. Да, суховато, вообще хорошо. Куда третью не буду рисковать. Хотя можно. Так, сейчас слева какая-то тоже вот. На какую-то дорогу мы выезжаем, встречаемся. Что это за дорога такая? Фиг его знает. Потом по карте посмотрим. И все, и сейчас у нас должны быть лага. Песочек. Аккуратно.
обычных оборотах ехать, чтобы если что будет заносить, газу дать и выехать. Более-менее прямая показывает по карте. Можно будет третью включить. Ага, включил. Плохо видно, что впереди. Да, бедолага там на первой скорости по 4-5 тысяч давал. Бедолага там в этих кустах, грязи в этой. Ага, смотри-ка, уже заметно стемнело. Я от очки уже давно снял еще в лесу. Пути 2 часа. А я что говорю, да, за час. В лучшем случае доедем. Ну ладно, может быть полтора. Конечно. 2 часа. Мы еще не в Лагах. Вот уже вижу на карте. Подъезжаем к Лагам. Ну как, чуть заезжаю на боковушку и все. Начинает носить. Так, ладно, вторая тогда, не более, пока не выйдем на более-менее песочные из такой колеи дорогу. Дальник вообще не видно, что нам прямо, да, похоже, что налево на поляна какие-то. Ага. Блин, я вообще ничего не вижу. Даже свет не спасает. Ну как бы вижу, ну трудно разглядеть. Оп. Кружится. Видимо, я что-то ошибся, это не лага, а это все просто поворот какой-то, разъездка какая-то. Объезд аварийный. Ну ладно, едем, наслаждаемся дорогой, главное. На равнине это более-менее все светло и дорога прямая, далеко видно все. О, какие красивые кусты, точнее травка такая желтая, красивая. Короче, я что-то не туда поехал, ну да и пофиг, она даже лучше дорога. Все равно в ту сторону видим. О, смотрите, какая травушка, муравушка. Вон уже какие-то фонарики там. Все, вроде как едем по дороге. А, там мы все еще по деревне едем, нифига. Просто как они разбросаны, что ли. Две части деревни разбросаны. Ага. Это у нас вторая часть. И здесь дорога получше. Thank you.
дорога уже пошла. Четвертая скорость. Погнали. I can't take it anymore. I can't take it anymore. I shut it out. I need a way to get out of it. I can't take it anymore. I can't take it anymore. I shut it out. I need a way to get out of it. I can't take it anymore. I can't take it anymore. I shut it out.